ссылку из сайта Мыло.об. Я уже успела ее открыть на новой почте, поэтому откроем ее с вами очень быстро и легко. Вот здесь такая вот накладная. Очень удобно. Можно сверить все, что вы заказывали, что пришло, что не пришло. Вот так оно все красиво, аккуратно упаковано. Здесь вот есть такие вот формочки. Ароматизаторы, красители кинули все в один вот такой аккуратный пакетик. Мыльная основа. И вот такие вот наклеечки и упаковочка. Сейчас мы с вами рассмотрим это все более детально. Начнем, наверное, с мыльной основы. Заказала я мыльную прозрачную основу производства Великобритания CLS Free, без ПАВов и сульфатов. Прислали мне килограмм по полкило. Наверное, не было одной фасовки. И непрозрачная мыльная основа, тоже Великобритания, тоже без сульфатов и ПАВов, уже с козьим молоком. Вот такой вот добавочкой должно хорошо увлажнять и очень хорошо подходить для чувствительной кожи. Дальше у нас пластиковые формочки. Вот такая шоколадка, цветочек и сердечко в кофейных зернышках. Пластик прочный, так что нигде при заливке не должно искажаться. Также я заказала базовые масла, масло зародышей пшеницы и виноградной косточки. Они очень универсальны и довольно популярны, так как подходят всем типам кожи и даже чувствительные. Следующие красители. Красители заказала гелевые и один обычный. Чем отличаются гелевые? Они не мигрируют. То есть, когда вы делаете слоеные или разноцветные, цвета со временем не начинают сливаться. Заказала я много разных. Фиолетовый грейпс, то есть виноградик. Гранат. Очень красивый такой красно-розовый цвет. Обычный красный. Sea Wave. Шоколадный для вот таких формочек, лимонный, но в бутылочке он какой-то, честно говоря, зеленый. Но посмотрим, как он будет, когда размешаем. И обычный зеленый. Ну и куда же без приятных запахов? Ароматизаторы арбузика, сладкой дымки, вот такой отдушка французское печенье. Очень понравился запах, заказала большой размер. Кофе и корица, тоже к тематическому мылку. Мята и бабльгам. Вот такие вот. Ну и куда же без красивой упаковочки. На сайте я заказала такие индивидуальные упаковки, крафт-пакетики. Трех разных размеров, вот, чтобы вам было видно. Вот такой самый маленький, средний, ну и большой. Он просто, в принципе, длинный. И очень красивые наклеечки. Люблю наклеечки. Handmade мишки, тедики. Здесь их 30 штучек. Они на такой, ну, матовая основа у них. Я бы сказала, бумажная, просто бумага. И handmade круглые наклеечки, но здесь такой глянец. Думаю, вам видно. Ну, в общем, такой мой первый вот заказ на сайте Мыло.об. Обслуживание и доставка были на уровне. Если видео было вам полезным, ставьте пальчики вверх. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока!